По данному факту, в связи с этой же информацией СМИ, проверка прокуратурой области проводилась, соответствующий ответ был направлен в адрес средства массовой информации. В данном случае от себя могу отметить, что сделка совершена на абсолютно законных основаниях. Та сумма, которая фигурирует в 1000 рублей, она была единая, предложенная застройщиком и всем остальным, кто желал приобрести земельный участок в данном коттеджном кооперативе.